У вас совместный завтрак. Сейчас еще придет Волька и Жорик. Он яичницу ест. Да. И петрушку выковыривает у тебя. Выказал бы, я тебе отдельно сделала пишу. Кофейку ему, да? Ну, Лёш. Вот как теперь мне завтра. Ты будто топтался. У него чистые ноги. Тарелки у меня потоптался. Петрушечку поел. А помидорчик будешь? Да не будет он помидорчик. Ну, он все ест. Он сам знает, что ему вкуснее. Он ест только из человеческого стороны. Да. Чувствует себя человеком. Кофейку будешь налить себе? Не надо, я пошутил. Иди кофейку долбани. Для бодрости. Опа, съел. Что съел? Петрушку ест. А, ну, витамины. Понимает. Ну, Лёнь, ну ешь культурно. Всё-таки за одной тарелки. Дай кушать. Кушай. Что, наелся? Ну, слушайте, целый кусочек положу отдельно. Ты хочешь из моей тарелки именно, да? Да. Угу. Подтоптаться не надо по тарелке. Зелень ест. Ну, сейчас он яйцо ест. Яйцо? Угу. Любит яйцо. Яйцо там ничего лишнего. Сливочное масло, яйцо, все. Все, что Миклику доктор прописал. Ну, он полностью на человеческую пищу перешел. Чувствует себя человеком. Может, тебе еще водочки налить? С утра? Смотри, заинтересовался. С утра он не пьет. Он пьет только ром. То он со всех кусков. Ладно, ешь.